Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий, и мы сегодня с тобой продолжаем играть в Гюльт. Вот, мы продолжаем с тобой в Гюльт играть, мы с тобой ищем свою двоюродную сестру. Остановились мы с тобой вот здесь. Ой, извините. Алло. А, ключ. Если повысить давление пара, он сможет оттолкнуть ящик. Ага. Лузер. Ну, видим вот так. А. Ага. Все надо просто было. No, no, no. Нет, ну вот, отлично. Теперь он где-то там внизу. Так, нам, кстати говоря, здесь есть, да, проход вниз. Так, здесь есть это. Так. Где-то там внизу. Ну, идем вниз куда-то туда. Так, а здесь что у нас? А... Пуститься в подвал. Ни хрена у них в подвал опять. А, это что за место? Это я где? А, тренерская. А, я в тренерскую здесь могу попасть. А, и бьются как сердце. А, нам Бабби-то может это вот как раз вот это надо отнести будет. Ну, мы постараемся, конечно, отнести. А я почему-то собачку думал, что надо ей какую-то. Издеваются опять над Эмили. Так, что здесь у нас? Ага. Я понял. Наверное, вот сюда. Так, там глазюнь, да? Да, там глазюня. Так, хорошо. Замечательно. Замечательно. Так, и что нам это дало? Ну, это дало нам некий фаст-тревел, да, так сказать, чтобы не бегать путями такими окольными. А. Мы просто чисто разблокировали проход. Но не знаю, насколько это полезно будет, ребят. Не знаю, не знаю. Так, кстати. Можешь, конечно, дойти до той бабенки, освободить ее душу, так сказать. Но, не знаю, потом, наверное. Не, далеко, неохота. Неохота далеко. А, тут можно так пройти, я понял. Наверное, что-то значит. Да, наверное. Это типа пасхалки. Так, второй ключ нашли. Это из низа, из подвала где-то. О,
господи. Ключ цифр один. Нам один из трех ключей от двери в подвал. Господи, подвал что? Нет, я помню этот звук. Опять тот огненный монстр. Кстати говоря, да, что-то здесь. А он сверху, что ли, уже, или что? А, нам через ключ. Так, подождите, а мы чё? Ой, так, подождите, а нам чё надо? Ну, прошли мы сюда, хорошо. Ну, вернемся сейчас. Я ведь правильно понимаю? Да, там локация перекрыта. Так, ну пройдем мы, а третий-то ключ где? Только не говорит, что где-нибудь. Третий ключ где-нибудь. А действительно, а куда нам идти-то? Мне кажется, нам намек на то, что нам надо. Вот сюда. Так, ну прошли мы. Наверное, может... А, знаете, где мы должны были третий ключ найти? На втором этаже. На втором этаже с той стороны. Так, я здесь был. Мед, пиво пил. Усам текло, в рот не попадало. Так, здесь вот есть какой-то проход. Типа сюда, потом туда, потом так. Мы должны сюда подвести. А, мы должны сюда подвести. Так. Наверное, загадка какая-то здесь. В кавычках. А что это? Это просто переход. То есть нам надо вот это вот сюда подвести, и тогда мы сможем туда перейти. А вопрос в том, что а как нам это-то сделать? Нет. Подождите. А как мне вообще туда залезть? А, лесенка вот спрятана, блин. Она плохо, очень, точнее говоря, хорошо спрятана. Я все понял, что надо. Все, я понял, что надо было. То есть я сам затупил. То есть несложно было на самом деле. Ну, невнимательность, как бы, немножко моя. Пройдем? Вот так, наверное, да? Наверное, вот так, и туда мы проходим как раз-таки. Блин, вот эту лесенку, если бы я бы сразу бы шел и увидел бы ее, я бы сразу все понял. Она просто сбоку так спрятана. Не очень хорошо. Я ее не заметил сразу. Вот, и мы перешли. Вот. Изначально я должен был это сделать, ребят. Так. Что здесь у нас? Ничего. Офис. Наверное, в офисе, да, там у нас. Здесь что у нас? Что это? Что это? Это заряд для батарейки. Это нам не нужно. Так, нам, получается, надо будет туда обратно идти. Галлятор. Так, это хорошо. Ключик, да. А вот вам и ключик. Там телевизор, кстати говоря, работает. Цифра 3, да. Что это? Спуститься в подвал спортзала. Окей. Окей. Открой, пожалуйста.
О, что ж, я точно больше никогда сюда не вернусь. Почему? Почему так думаешь, что ты точно сюда никогда больше не вернешься? Это школа, это же твой дом, родной. Так, аккуратненько опять обходим тогда и уходим туда. Здесь проходим. Упс. Упс. Ждем. Аккуратненько. Открой. Так, и все получается. Да, мы прошли. Мы молодцы. Берите до лестницы. Угу. Ты что делаешь? Вот что я хотел сделать. Я хотел потушить. Мы же за безопасность. Безопасность превыше всего, ребят. Это бляха, это муха. Безопасность превыше всего. Так, здесь закрыто, да? It's locked. It's locked from the other side. Замечательно. Угу. И на босса. Ouch. Ну, теперь пути назад точно нету. Теперь, да. Ну, в принципе, мы здесь были, да. Это подвал. Так, ну давайте возьмем, а нам не надо. Сейчас будет битва с боссом, ребят. Бля, буду. По-любому. Да, и прям заходик такой на аренку. Так, здесь какие-то есть эти. Нужно будет, видимо, их активировать. Да, воду подавать и через него бегать, я понял. Их много, кстати. Я понял. Все-таки мы его не затушили. Новая цель. Блин. Их я пошел. Отстань, я ушел. Подожди, а как мне его приманивать? Он там ходит, бродит это. Оу. Как ты меня так видишь? Алло, дядя. Как мне ее приманить-то? А как мне ее приманить-то, я не понял. Ну, она быстро, вода заканчивается. Ну, она быстро заканчивается, вода. Я только нажимаю, она уже закончилась. Или мне надо как-то караулить, когда он по кругу, что ли, будет ходить? Типа он по кругу, что ли, ходит? Или что? Механика какая-то у босса? Так. Он назад идет. Так. И что делать? Ой. Ни хрена, понятно, очень интересно.
Ни хрена непонятно, очень интересно. Так, это где тушится? Я понял, короче, надо просто постепенно это все делать. Так я не понял, как мне его тушить? Не-не-не. Не-не-не-не-не, чувак, нет. Так, подождите, мне надо как-то его приманить прям через это, что ли, получается? Давай, давай, давай. Надо что-то ждать, до чего? А, вот так вот надо было, понял. Понял, понял, пока он не треснет. Хороший огнетушитель, качественный. А его можешь прямо здесь все время чпокать. Так, то есть его можно через любую. Я думал, знаете что, я думал, через каждую его надо будет прогонять. А его, видимо, через любую можно гонять. Давай, иди сюда. Давай, третий удар это. Стандарт у боссов вообще 3 удара. Да. Тоже стандарты соблюдены, ребят. Все, по ГОСТу все сделано. Обычно 3 удара по стандарту. И все, ну я бы... Блин, я думал, что здесь будет встретить с Эмили. Там посмотреть. Я думал, здесь все сложнее как-то, ребят, будет. Ну... Извините, мужчина. Ну, я думал, как-то здесь прям надо будет какую-то механику, а тут прям так все простенько. Просто выбираешь любой удобный и там делаешь. Держись, Эмили, я уже близко. Интересно, я уже говорил, да, этот спортзал? Почти, еще чуть-чуть. Так. А здесь был. Ага. Так, мы идем. А, мы на крыше, мы на крыше, мы на крыше. И чё? Непонятно. Давайте потушим пожар, потому что пожарные, я думаю, не скоро еще приедут. О, господи. Они сконцентрировались на Эмили, и меня даже не замечают. А там, кстати, мужик какой-то. Не знаю, зачем я это все тушу. Мы сейчас потушим, чтобы все было как бы. Чтобы все как бы было, мы сейчас все потушим. Так, ага, здесь этот. Так, а у нас кварцового кварца-то этого нету, да? А будто чего-то ждет. А история, где его? Еще одна странная книжка. Кстати говоря, да, возвращение Эмили этот рисунок и в клетке. Что вообще происходит? Как я здесь оказался? Еще вчера моя жизнь была, как всегда, фиговой, но, по крайней мере, по всему городу не бегали монстры, пытающиеся сожрать меня живьем. Теперь я застрял в этом нелепом, жутком кошмаре. Повсюду пепел, а луна где? Вчера было полнолуние, а теперь не осталось ни следа. Но когда все изменилось? Меня забросило в будущее, я в другой реальности.
Все превратились в монстров, и я в коме. А это все сон? Что? Что это такое? Я ничего не помню. Я хочу выбраться, но как мне обернуть все вспять, если я даже не знаю, с чего начался весь этот бред? Я не знаю, что думать, зато я точно знаю, что выхода нет. Машины не пашут, телефоны тоже. И я не могу уйти пешком. Сколько бы я ни бежал, когда оборачиваюсь, то вижу, что удалился не больше, чем на милю от города. Такое чувство, что я в клетке. Точно. Одна большая клетка, чтоб ее. Что-то заключило меня здесь, чтобы глумиться над моей болью. Она хочет, чтобы я страдал и не остановился, пока я не умру. Или хуже. Может, еще удастся свалить на канатной дороге. У меня в кармане кусок билета. Я не помню, откуда он у меня. Может, мне его специально дали, и это чей-то намек. Если доберусь до канатной дороги, не попадаясь этим монстрам, глядишь и выберусь на свободу. Может, у меня есть шанс? Мы, кстати говоря, не нашли, да? У нас там где-то один был, я помню, ребят. Жалко, нельзя переключить карту как-то. У нас был там где-то, я один не находил этот кусочек. Может, конечно, где-то здесь он лежит. Блин. Что ты? Да что ты, ёпшкин ты кот? А там случаев нету? Непонятно. Но ты ведь этого и хотела. Не с ней, она меня обижала, как и все остальные. Но я... Эмили, наконец-то я тебя нашла. Все хорошо, ты не ранена? Оставь меня в покое. Почему ты так говоришь? Ты меня бросила. Я была новенькой в школе, меня все дразнили, а ты? Это да. Ты моя двоюродная сестра, и ты от меня отвернулась. Да, поступила как... Это неправда. Да правда это все. Ты хуже остальных. Ты внушила мне, что мы друзья. Пойдем домой и... Дом, Салли? Посмотри вокруг. Разве это похоже на наш дом? Мы здесь в ловушке. Ничего нельзя сделать. Оно нам не позволит. Не позволит. Нет, пожалуйста, не надо. Нет. Черт. Нет. Ты должна была ей помочь. Что? Почему я? Я пытался... Я правда пыталась. Все будет в порядке. Может быть, получится еще что-то сделать. А кто это такой? Я знаю, куда они ее унесут. В шахту, чтобы мы до нее не добрались. Я туда пойти не могу, но могу помочь тебе туда попасть. Салли, у тебя есть еще шанс все исправить. И что потом? Она правда? Она права. Город обречен, мы все обречены. Иди сюда, Салли. Посмотри-ка на это. Понять, что случилось. Салли, слушай. Это очень важно. Послушай, это очень важно. Слушайте, а там нету этого кусочка? Там вот чувак есть. Блин, мне ради интереса. А, сюда нельзя-то пройти. Блин, кусочек мы один не нашли, не сможем вытащить эту. Что он нам там показывает? Что это? Это Бетлвуд? Но если это... Где же тогда я? Что это за место? Эмили была права. Это не твой дом. Это нечто совсем иное, но надежда еще есть. А, ты можешь навсегда уехать отсюда на канатной дороге. Но сначала тебе нужно найти свою двоюродную сестру. Я не понимаю, откуда вы это все знаете? Вы знаете Эмили?
Кто вы вообще такой? Я друг. Я помогал Эмили еще до того, как появился ты. Ты ее батя? И теперь мне нужна твоя помощь, чтобы вернуть ее домой. Спаси Эмили из шахты, я позабочусь обо всем остальном. Хорошо, я сделаю это. Встретимся у входа в школу, но не торопись. Приходи, когда будешь готова. Ты не сможешь выйти из шахты, пока не найдешь Эмили, ты поняла? Ага. А, типа это, кто пасхалки хочет тебе закрыть? Хорошо, я буду ждать. Кто хочет тебе пасхалки закрыть, типа, иди проходи все пасхалки, а потом иди на финальную миссию. Ну, мы пойдем сразу на финальную миссию, ребят, да. Вот потому что вот такой я. Этот старик, он давно знает Эмили. Может, это ее батя. Неужели он правда хочет нам помочь? Если так, но почему он все время что-то от меня скрывает? Я бы хотел ему доверять, но... Впрочем, не то, чтобы у меня был выбор. Так, это мы где вообще? Это мы вообще где? Это мы вообще вот там, да? Угу. То есть нам надо в главный ход туда, я понял. А, кстати говоря, вот этот. А, нам надо сюда шестеренку, что я делаю? Так, и чё? А, все, понял. Шестеренку сделали. Ну что, давайте сходим, освободим ее тогда. Да, шестеренка, да, что нам это? Пошли. Алло. Не понял. Я ж подобрал. Я подобрал? Шестеренка. А, наверное, тормознуть надо ее. Да, теперь это. И дверка откроется. Интересно, какой-то механизм через... Так, когда раньше не видела теплый... Ага. Так, давайте это. И пойдемте наверх сходим. Пойдемте наверх. И пойдем, да, к школе. Он нам намекнул, типа, это последняя миссия. Если что-то хочешь сделать, делай сейчас. Пойдемте освободим. Держи. Все позади. И нам билетик дали еще один. Так, и мы сейчас с тобой... Там история еще была, я помню, я видел. Я помню, ребят. Еще одна история. Еще одна странная история. Так, давайте почитаем. Мы ведь дружили, я думал, что она меня любит. Раньше мы вместе играли, но теперь она такая же злая, как и остальные. Может, это моя вина? Может, я просто зануда и дура? И плакса. Наверное, поэтому я здесь. Поэтому монстры пытаются слопать меня. Я стараюсь не думать о злых детях и Салли, но каждый раз, когда я пытаюсь не думать о чем-то, это что-то оказывается в этих странных книгах. Я спросил совета у старика. Он добр ко мне, когда он... Рядом мне уютно, прямо как дома. Он велел мне ждать и изо всех сил спрятаться. Он сказал, что я здесь незаслуженно, но не я должна была сюда попасть. Что не я должна была сюда попасть. А кто? Мы, может, должны были сюда попасть? Может, намек на это? Так, нам куда получается? По прямой направо, да, туда? Вот туда нам надо. По прямой направо, по прямой налево. Это что?
Свет. Надежная пропащей. Надежда пропащей души. Свет. На что намек, я не понял. Намек на что-то. Ну, типа то, что свет, типа ты можешь с помощью света их убивать, наверное, про это. Намек на это или что? Так, а, там где-то голубка. А, там это где-то. А, вон там это было, видел. Ну, ребят, уже поздно, я туда не пойду. Так, тут здесь есть, я не вижу. Так, нам как? Нам. А, нам так. Нам как? Нам так. Так, нам сюда же? Прям, да. Все, в принципе, да, все локации мы с тобой исследовали, нам теперь на финишную прямую надо. Помогите каменным людям, вам помогут в ответ. А как они мне помогут в ответ? А, налево так и зал, я понял. Сюда? Так, вот он. Дед здесь. Ready, ты готов, Салли? Думаю, да, но почему вы со мной не идете? Ну, я не очень хотел бы, но... Ну, не могу. Я очень хотел, но не могу. Я уже не так силен. Мне нужен отдых. Когда ты найдешь Эмили, мне придется использовать всю свою силу, чтобы вернуть вас. Что не так? Вы больны? Можно и так сказать. Okay. Так, ладно, сейчас я открою для тебя вход в шахту. Когда выберетесь на поверхность, бегите к канатной дороге. Когда вы выберетесь на поверхность, бегите к канатной дороге. Только так можно проникнуть, покинуть это проклятое место. Теперь слушай внимательно, это очень важно. Ты должна отдать Эмили свой билет, или вагончик просто не тронется с места, ты поняла? Свой билетик или вагон? Кажется, да. Хорошо. Когда будешь готова, открой эту дверь. Подожди, мы отдать свой билетик должны? И еще, Салли. Береги себя. Ты прекрасно справляешься. Спасибо. А помните, мы пса видели, у него зеленые глаза? Помните, он всем, наверное, тут... Подожди, мы должны отдать свой билетик. Помните, мы читали историю про зеленого... Про мужика, у которого... Был пес, но он уже на самом деле умер. Но этот пес пришел к нему. Но у него горели зелеными глазами. То есть этот мужик, это по сути, он как бы ко всем приходит. То есть это некая сущность, и к каждому он приходит в своем виде. И все, что вот с этими людьми стало, они здесь остались. То есть я к тому, что если бы мы не собирали вот этих людишек... У нас же есть билетики, да, части билетиков, или что будет? То есть, ну, это как бы некое такое испытание. Он к каждому приходит по-разному. У нас тоже есть билетики, кстати говоря. Какие-то там билетики. Возможно, мы сейчас не уедем, кстати говоря. Возможно, надо было бегать билетики эти собирать. Найдите Эмили. Тут страшнее, чем я думала. Может, нам тоже реально надо было билетики собирать? Зачем я бегаю? Я, знаете, я по привычке бегаю, смотрю ресурсы, но все ресурсы можно увидеть на тап. Когда ты вот на тап нажимаешь, пожалуйста, все ресурсы, что есть, ты можешь увидеть. Вот. Может, здесь две концовки? Я просто не знаю. Одна здесь концовка, две концовки. Так. О, господи. Туда-сюда, обратно, понятно. Тебе и мне приятно. Я все понял. Я все понял, ребят.
Так, мы здесь прошли, хорошо. Так, здесь надо зарядить. А, для чего? Для чего-то. О, ибо. Это я куда? Это я куда еду? Все хорошо, Салли, просто не смотри вниз. Да, это замечательно, не смотри, да, вниз, но... Куда я приехал, зачем? И чё? Так, ага, нам надо вот это, а как нам это подпитать? Так, подождите. Понял. Так, хорошо. Интересно, конечно, вот это прохода. Так. Зачем открыл, не знаю. Зачем открыл, не знаю, ребят. Еще? Их трое было? Да. Их было трое. Их стояло трое. Он, она и у него. Да. Шутки. За 300. Без тротариста. Так, у нас что здесь? О, господи, какие гигантские локации. Толку от них ноль. Ого. Ни хрена, какой страшный дядь. На самом деле неприятное лицо. Не вызывает доверия. Ну, минус фонарь. Нет, пожалуйста, ну уже отдай. А, блин. Ну и ладно, забирай, я не сдамся. Так, фонарик, значит, нам больше нахрен не нужен. Так, и чё? А. Какую-то вагонетку нам надо сюда при это. Притаранькать. Что делать? Так, вагонетка вот. Стоит что-то в угол смотрит. Серия будет длинная, ребят, как вы понимаете. Добьем до конца. Так, что здесь? Здесь два запитать надо, да? Запитали, запитали, запитали. Так, ну там по вагонетке, да, туда, туда, я понял. Ну, зашибись. Еще больше монстров дайте, без фонарика. Больше монстров, богу монстров.
Так. Она меня так увидит? В принципе, логично, что нет. Катится какая-то вагонетка. Ждем. Жалко то, что ручки не со всех сторон, только с одной. Иди отсюда. Иди гуляй. Так. Так, хорош. Нам наверх, что ли, сейчас надо будет? Тут лестница слева. И что это мы сделали? А, мы тебе чисто пробили это, получается. Получилось. Что у тебя получилось? Ты просто... На самом деле, можно было, да, через перила, ребят, просто пролезть и все. Ну, вот сбоку вот перила, перелезть, да и все, иди дальше. Так. Сюда, сюда, сюда. Понял. А можно заморозить? Можно. Ого. Что у нас по локациям? Блин, еще здоровая локация. Да что вы будете делать, козлы? Я думаю, это уже финал. Финал очень долгий. На полтора часа сейчас будет. Вот она, я почти у цели. Эмили, держись, я иду. Эмили, я думаю, что ты скучаешь по старым друзьям. Ты же ее бросила. Ты же ее бросила. Каким, блядь, извините, старым друзьям? Эмили, ты правда так сильно страдал? Нет, блядь, она прикидывалась. Над ней издевались. Поэтому ты здесь оказался. Нет, она просто прикидывалась дурочкой. Думал, что же мне делать-то? Дай-ка я сделал вид, что как будто надо мной издеваются. Так, ага, лесенка. Так, Кока-Кола. Не зря здесь, да? Ага. Кстати говоря, можно хильнуться. Может пригодиться. Может. А может и не может, я понял. За Кока-Колой пошлите. Спринг. Ну, короче, спрайт. Спрайт, не дай себе засохнуть. Yes! Так, побежали. Я никогда не смеялся над Эмили, но я и не мешал другим. Ну да. Когда она пропала, я искал ее каждый день, но нужно было помочь ей раньше. Надо найти ее и извиниться за все. Ускоряемся, ребят. Время летсплея подходит к концу, надо ускоряться. Че упало? Че упало, то пропало. Так. Здесь шахтера, короче, сидели. Но здесь ничего нету, да, у нас? Ничего. В смысле? Понял. Надо подать питание.
Тра-та-та-та-та-та-та. Аж на 4 надо подать, ребят, питание. Так, оно это по-любому через эту, да, значит, надо. Здесь несложно. А почему сюда дальше питание не идет? А дальше не идет, потому что поэтому. Так, а это мы двигать не можем, да? А, нет, это мы тоже можем. Так, подождите. А как мне туда-то подать? Она же не крутится. А, не, крутится, она крутится. Все, все, основная-то крутится. Я что-то затупил, ребят. Да, извините, решил загадку на 5 секунд позже. Они же такие простые. Поехали. Поехали. Включаем везде все, не знаю зачем. А, стоп. Подожди. Подожди, а только не говори, что мне надо какую-то тележку сюда столкать. Да, видимо, надо. Видимо, надо действительно какую-то тележку толкать. Ну, конечно, это все уходит из строя. Конечно. А можем вот так вот? Все уходит именно из строя тогда, когда я все делаю. Бляха, ты, муха, да отойди! Она отойти не может. Все, она отойти не может. Она не может отойти. Она не смогла отойти, ребят. Она не смогла отойти. Она вообще, то есть... вот это вот. И что у меня здесь? Так, я здесь пришел. Что, все заново, что ли? Ой, бляха, ты муха. Протащил. Протащил, ребятушки, протащил. И только сейчас открылось. Странно, как интересно это работает, система. Как-то интересно эта система работает, ребят. Ну ладно. Так, Эмили, я не позволю тебе страдать. Да-да-да. При этом она уже страдает. Я намного чего натерпелась. Я рядом, Эмили, потерпи немного. Блин. В жопу с ручкой. О, господи, я, говорит, уже рядом, да ебай. А еще можно было длиннее финальную миссию-то сделать? Разработчики. Че, какая короткая? Че, какая короткая? Длиннее надо было сделать миссию, короткая боль. Так, давайте. На самом деле, да, можно было короче сделать. Ну, вот это, мне кажется... Эй, это мое! Мне кажется, чисто слишком растянуто, ребят. Я так близко, ничего другого найти. Надо найти другой путь. Ошибись, у нас все оружие подбирали. У нас ничего с тобой не осталось. Да, у нас вообще ничего не осталось. Слишком затянута вот эта финальная, как по мне, миссия. Надо было им делать короче. Это мой личный взгляд. Не знаю, зачем они это так растянули.
Спасибо. Думал, успею. Не успел. Хм, интересно, она хует. С башкой повернутой назад. Все, ни фонарика, ребят, ничего. Так. Нам вот туда надо. Конечно, можно, кстати говоря, пробежать, зарашить. Они все равно туда не пройдут. Они толстые слишком. I love you. Вот Эмили. Эмили, пожалуйста, помоги мне. Конечно, я помогу. Нет, Эмили, беги, беги. Сбежать. О, господи, а что за вид из пасти-то? Какой интересный вид. Кстати говоря, да, реально интересный, я первый раз такой вижу. Бежим за Эмили. Реально первый раз такой вижу вид. Ну, выглядит прикольно, ребят. Вот за это лайк. Выглядит классно. Так, аккуратненько. Бежим чисто за Эмили. Хорош, убежали. Я думал, сейчас с боссом надо будет драться. Правда, у нас нечем. Так, Эмили мы нашли. Нам теперь надо на канатную дорогу. Станция, Эмили, быстрее. Времени мало. Салли, когда ты пришла сюда, то оставила дверь открытой. Но вернулся из нее может только один человек. Ты знаешь правила, Салли? Проезд без билета запрещен. Что? Нет. После всего, что через что мы прошли, уедет только один из нас? Салли, ты знаешь, почему ты здесь? Отдай Эмили свой билет. Исправь все. Быстрее. Только одна из нас может воспользоваться билетом. Что же мне делать? А, ну отдавай билет. Принять решение. Конечно, отдай билет, пускай ей. А мы останемся здесь. Если я отдам ей билет, то сама здесь застряну. Если поеду я, Эмили придется остаться здесь. Нет. Отдадим. Мы же за ней приехали. Я понимаю, что выбор сложный, но, блин. Что ты делаешь? Прости меня, Эмили. Прости за все. Я должна была быть с тобой все это время. Я оставила тебя одну. Я даже не представляла, через что тебе пришлось пройти. Когда ты пропала, я искала тебя, потому что... не смогла простить себе этого. Здесь я тебя одну не оставлю. Нет, Салли, не надо, пожалуйста, не делай этого. Хотел бы я быть для тебя лучшей сестрой. Я люблю тебя.
Охренеть. А, так как мы, видимо, приняли правильное решение, это все сейчас пройдет или что? Или мы тоже исчезли? А, и мы тоже исчезли. Охренеть. А был интересный способ вдвоем-то. Пропала Салли Кауфман. А была возможность вдвоим-то спастись? Или можно было спастись, если бы... Продолжить. Была возможность спастись, если бы... А что, нельзя скипнуть? Была, может, возможность спастись, если бы мы все билетики нашли. Помните, мы же части билета находили. Может, если бы мы все билетики нашли... Я, по-моему, там одного чувака где-то не нашел. Точнее говоря, по-моему, нашел, но это... Нашел, но... Я его не активирую. Может, если я все билетики нашел, вот этих вот каменных мужиков, может, была бы третья концовка интересная какая-то. Не знаю, ребят, не знаю. Ну, мы поступили правильно, я считаю, как бы. Мы поступили правильно. Я хотел бы скипнуть и посмотреть. Может, нельзя скипнуть, ладно. Ну, прикольненькая игрушка, на самом деле, прикольненькая. Немножко, конечно, затянутая, как по мне, особенно вот последняя локация. Немножечко, как бы... Но так, в принципе, неплохая. Вот, поиграть можно, ребят, на один разочек. Она простенькая, играется легко. Вот. На самом деле. Загадки, правда, иногда немного тупенькие, но да. Вот. Увидимся с тобой уже в следующих играх. Какие-нибудь классные, здоровские. Всем до встречи, всем пока.